Уважаемые спартаковские болельщики, команда Академии «Спартак» и Федора Федоровича Черенкова в апреле этого года стала чемпионом России среди ребят 97-го года рождения. Академия «Спартак» всегда являлась лидером российского футбола, детско-юношеского футбола и готовила всегда качественно и грамотно футболистов для нашей сборной, для основной команды «Спартак». Отдельно хотел бы поблагодарить главного тренера команды 97-го года рождения Академии «Спартак» Владимира Ильича Несчастного. Конечно, отдельно хотел бы поблагодарить руководителя Спартаковской академии, легендарного спартаковского футболиста Сергея Юрьевича Родионова. Также хотел бы сказать, что три человека с команды «Спартака» в этом году в составе сборной команды «Москвы» выиграли общероссийскую спартакиаду. Руководство города хотел бы вручить почетные грамоты в связи с 90-летием департамента физической культуры и спорта, которого в этом году мы отмечали, руководство Академии «Спартак». Это Лепов Никит Сергеевич. Бодров Владимир Васильевич. Черенков Федор Федорович. И Родионов Сергей Юрьевич. Еще раз поздравляю молодых футболистов. Считаю, что Академия «Спартак» действительно лидер детско-юношеского футбола в России. Всех максимальных благ и прекрасных, хороших результатов. Спасибо. За это достижение, а также за победу в чемпионате России среди юношей, всем юным спартаковцам присваивается звание кандидатов в мастера спорта. Поздравляем нашу команду с этим большим успехом и вручаем подарки.